Объект SCP-1986. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Ввиду того, что SCP-1986 является недвижимым объектом и расположен в людном муниципальном здании, охрану объекта следует вести скрытно, во избежание распространения сведений о его существовании. Охрана на объекте работает под видом сотрудников библиотеки. Разрешаются только несмертельные меры противодействия. Описание. SCP-1986 – это цилиндрический туннель шириной примерно 2 метра, выложенный книгами. Полная протяженность туннеля остается неизвестной. С помощью интерферометрического радиолокатора синтезированной аппаратуры IFRSA была установлена глубина как минимум 274 тысячи километров, что примерно равно 1 световой секунде. Экспедиции не заходили далее 4441 километра. Было высказано предположение, что туннель может быть бесконечным. Тома, которыми выложен туннель, зачастую напоминают известные образцы творчества, но со значительными изменениями стиля персонажей, сюжетной линии и тематики. В некоторых случаях авторы являются подлинными, но в большей части имена авторов неизвестны. В плане восприятия текста читателям есть большое разнообразие. Некоторые книги можно назвать лишь слегка необычными, другие же представляют собой полнейшую бессмыслицу. При этом, как правило, текст достаточно читабелен. Смотри раздел «Обнаруженные произведения». Имеются литературные произведения на всех языках современности, равно как и на всех известных мертвых языках. Информации об издателе нет ни на одном из обнаруженных томов. Согласно методикам определения возраста, каждая книга была отпечатана или написана в ту эпоху, к которой ее можно отнести на основании результатов семантического и лингвистического анализа. Какой-либо определенной закономерности в распределении книг в туннеле обнаружено не было. Стены туннеля сделаны из обычного известняка. Попытки пробиться через них заканчивались установлением того факта, что туннель не евклидов, то есть подкоп через пол, ведет на потолок. Топографически это сравнимо с тройным тором. Попытки войти в туннель извне, осуществив подкоп под углом к его направлению, претерпел неудачу. Туннель существует только тогда, когда в него ходят через вход. Протокол обнаружения. SCP-1986 был обнаружен в 1989 году библиотекарем в пустующем подвале Национальной библиотеки Республики Аргентина в Буэнос-Айресе. Всем, кому стало известно о существовании объекта, был введен амнезиак класса А, после чего объект был изолирован от остальных подземных помещений под предлогом аварийного ремонта несущих конструкций. Обнаруженные произведения. В случае обнаружения иных представляющих интерес произведений, обратитесь к заведующему архивом для рассмотрения, по результатам которого произведение может быть включено в данный список. Ниже приведена выдержка из списка произведений, обнаруженных в SCP-1986. Название. Евангелие от Евы. Автор не указан. Язык арамейский, ориентировочно от 1100 года до нашей эры до 200 года нашей эры. Глубина обнаружения 75 метров. Описание. Подборка библейских апокрифов, описывающих жизнь Евы после изгнания из Эдемского сада. Ева гневно спорит сама с собой о природе свободы воли и о первородном грехе. Название. Неосязаемые ереси. Автор. Карина Джусти. Язык итальянский, современный. Глубина обнаружения 2318 метров. Описание. Книга стихотворений в прозе по стилю напоминающих Италио Кальвино с налетом магического реализма. В предисловии сказано, что данная книга выиграла Нобелевскую премию за упорство. Название. Полуночный червь. Автор Эдгар Аллан По. Язык английский, современный. Глубина обнаружения 433 метра. Описание. Доселе неизвестный сборник коротких рассказов, один из научных сотрудников проявил внимание и указал, что данная вымышленная книга упоминается, хотя и не в подробностях, в рассказе «Человек, который собирал Эдгара По» Роберта Блоха. Во всех рассказах идет речь о моллюсках. Название. «Я есть я» – тема моей книги. Автор Пьер де Ланжетер. Язык французский, средневековый. Глубина обнаружения.
171 888 метров. Описание. Стиль и тема схожи с книгой «Опыты» Монтанея. Большая подборка коротких субъективных размышлений на различные темы, на написание которых автора вдохновляли прочитанные им труды классиков, в особенности Плутарха, а также эпизодов из жизни автора и знаменитых людей. Очень часто употребляется страдательный залог и будущее, совершенное длительное время. Например, эта песнь будет спета ангелом, когда плоды любви мною столь желаемые будут мною отведаны. Название. Необходимость легализации абортов. Автор. Анонимно. Язык. Английский современный. Глубина обнаружения. 28111 метров. Описание. Полемика о моральных, медицинских и влияющих на общество последствиях нелегальных абортов. Отдельный упор делается на то, что аборт должен быть узаконен вплоть до четвертого триместра. Название. Является ли вещь в себе образчиком несуразицы с каменным лицом? Автор Кладина Немещанская. Язык. Язык жестов, современный американский вариант. Примечание. В качестве средства выражения используются иллюстрации с изображением деревянного манекена с нужным положением рук. Глубина обнаружения. 1001 метр. Описание. Ряд примеров и опровержений того, что парадокс Бана Хатарского одновременно опирается на аксиому выбора Цермелла и не зависит от нее. Примеры читаются в прямом порядке, опровержения в обратном. Опровержений ровно вдвое больше, чем примеров. Название. Избранные произведения трубадуров в стихах. Автор Артюр Рембра. Язык французский современный. Глубина обнаружения 40002 метра. Описание. Собрание стихов, приписываемых Рембра и написанных в его стиле. В книге ни разу не встречается буква «У». Название. Справочник Джейнс. Боевые корабли. Ежегодное издание от 2061 года. Автор. Коллективное творчество. Язык. Английский. Несовременный. Глубина обнаружения. 889484 метра. Описание. Справочник о боевых возможностях современных флотов, входящих в них кораблей, палубной авиации и оружейных систем, как состоящих на вооружении, так и проектируемых. Значительная часть судов и оружейных систем неизвестна в современном мире. Вся книга написана в форме лимериков. Название. Саранча легла тучно. Автор Готтерн Абинсон. Язык английский современный. Глубина обнаружения 77 метров. Описание. Роман про альтернативный мир, в котором Вторую мировую войну выиграли США при отличном от известного по объективной истории участия этой страны в войне, написанный с точки зрения автора, живущего в том мире, где войну выиграла гитлеровская Германия с союзниками. При исследовании литературы 20 века выяснилось, что эта вымышленная книга, упомянутая в реально существующем романе Филиппа Дика «Затворник в горной твердыне». Название. Полный подол отрубленных языков. Автор. Лиза Паладина, кандидат наук. Язык. Шрифт Брайля, устаревший приблизительно 1850 года. Глубина обнаружения 44 метра. Описание. Сборник эссе об американском движении за права женщин. Имеются вкрапления доселе неизвестного материала, издающего запах, если его потереть. Название. Я Люцифер. Автор Антуан Пирс. Язык английский современный. Глубина обнаружения 51200 метров. Описание. Контркультурное чтиво, сюжет которого крутится вокруг жизни группы лесбиянок и их детей. Название. О лечении, проявление детского синдрома внезапной смерти у зрелых людей, диагностический подход. Издание 16. Автор доктор Паленс Бенка. Язык исландский архаичный, примерно 950 года нашей эры. Глубина обнаружения 3303 метра. Описание. Примечание. На самом деле в книге описывается синдром фантомной добавочной конечности, написано белыми стихами «Пятистопный ям без рифмы». Название. Заговор на защиту ребенка. Автор не указан. Язык египетский, 8-я династия, примерно 1950-1300 года до нашей эры. Глубина обнаружения 2 метра. Описание.
описание развития религии и философских принципов в Древнем Египте относительно большей части материала, можно лишь строить догадки, так как он пока не поддается переводу. Имеются иносказания, в которых хорошо прожитая жизнь сравнивается с Ford Motor Corporation. Название. Жития святых и вкусолицевая реакция. Автор Деклан Макманус. Язык баскский, современный. Глубина обнаружения 1119 метров. Описание. Либретто для оперы, сюжет которой крутится вокруг участия группы пожарных с Аляски, которых замело снегом в их пожарной части, где они постепенно сходят с ума от голода и вынуждены есть своих далматинских догов. Все диалоги состоят исключительно из риторических вопросов. Название. До потопа после грехопадения. Автор не указан. Язык древнефиникийский, примерно 1725-1409 до нашей эры. Глубина обнаружения 4 441 113 метров. Примечание. Данный том является рекордсменом по глубине обнаружения. Описание. Мифологические персонажи Минотавр и Сфинкс задают друг другу вопросы и отвечают на них. Ответы представляют собой анаграмма к вопросам. Недавно обнаруженные книги с разбивкой по категориям, приблизительно. Культура. Название. «Под шкурой слона. Толстокожие в метафорах и идиомах». Иллюстрированное издание. Автор. Доктор Вирджил Визит. Язык. Английский, зашифрованный шрифтом простой замены. Глубина обнаружения 2599 метров. Описание. Исторический обзор того, какую символическую роль играют толстокожие животные в человеческой истории. Упоминается тот факт, что африканский слон является символом Демократической партии США, а североамериканский слон – символом антимасонской партии. Также упоминается, хотя и без подробностей, назревающий конфликт между людьми и слонами. Книга богато иллюстрирована. Название. Учебник по этикету и уходу за телом для юных дам. Автор – мадмуазель С. Комптон. Язык. Французский, устаревший, примерно 1750 год. Глубина обнаружения – 1298 метров. Описание. Книга написана от руки, внутри в подробностях излагается, как приличествует вести себя леди в высшем обществе. Имеются иллюстрации к таким вопросам, как правильное положение хвоста в различных социальных ситуациях, как влезть на дерево и не потерять лицо, и как избавиться от назойливых приставаний во время месячных. Художественная литература. Название. Укалигон или Странник. Автор Софи Марковиц. Введение написано испанским королем Хуаном Карлосом I. Язык. Устаревший вариант диалектной формы шотландского языка, на которой говорят жители острова Мэн. Глубина обнаружения 614 метров. Описание. Роман, рассказываемый от первого лица, действие произведения разворачивается в Европе 19 века. Главный герой, известный лишь как Укалигон, вынужден бродяжничать и жить на улице, поскольку его преследует сверхъестественная сущность, сжигающая любое здание, в которое он войдет. По ходу романа выясняется, что данную историю рассказывает профессор университета на лекции, посвященной мысленным экспериментам на тему судьбы и свободы воли. Тем не менее, лекция прерывается внезапным появлением Укалигона, из-за чего в актовом зале начинается пожар. Роман заканчивается на полуслове в тот момент, когда профессор и учащиеся пытаются спастись из горящего здания. Во введении говорится, что роман полон отсылок на классическую мифологию, биологию Мэри Шелли, вычислительную физику, правила использования серийных запятых и тепловую смерть Вселенной. Название. Готтарды. Автор Дарри Джексон. Язык нестандартный английский. Глубина обнаружения 12 447 метров. Описание. Литературное переложение якобы реальных событий, произошедших во время Великого лондонского землетрясения в 2007 году. В книге описываются близнецы-тройняшки Готтарды, жившие во время описываемых событий в Лондоне, и то, как они наконец дошли до лагеря беженцев спустя 2 недели странствий по разрушенному городу. Близнецы во внесудебном порядке рассматривают дела пойманных во время бедствия мародеров. Одна из сестер выступает в роли обвинителя, другая в роли защитника, третья же исполняет обязанности судьи.
В послесловии автор пишет, что сестер возвели в ранг национальных героев, а король Альберт III посвятил их в титул дамы. Название «Я знаю, что это сделал ты». Автор Мириам Котельер, язык французский, глубина обнаружения 1083 метра. Описание. Новелла, написанная от первого лица. На всем протяжении повествования автор обвиняет читателя в том, что именно он украл ее туфлю. Новелла состоит из 12 глав, каждая из которых тематически относится к одному из знаков зодиака. Сквозь весь текст проходит тема семи страданий умирания. При этом форма текста отображает данные стадии. Например, то, что относится к стадии гнева, набрано жирным шрифтом. В эпилоге содержится апология автора, в которой она признается, что уже нашла свою туфлю. Название. Последние слова. Автор – голландец Шульц, посредством кандидата наук Талаймала Лангишлема. Язык – хинди. Глубина обнаружения – 41 285 метров. Описание. Книга выдается за транскрипцию длительного, более 40 дней, спиритического сеанса. Самопровозглашенный медиум якобы вызывает дух известного преступника времен 20 века, голландца Шульца, последние слова которого на самом деле были записаны полицейским стенографистом, сидевшим у постели умирающего от пулевого ранения в голову преступника. Текст полностью соответствует последним словам, но добавлено значительное количество материала, вследствие чего текст стал нечитаемым. Неочищенная версия пересказывает в стиле геройского эпоса историю человечества от бронзового века до начала 21-го столетия. В эпилоге имеются порицания от других авторов за то, что они используют ложный протокол в своих заимствованных иеретических работах. Стоит отметить писателя Уильяма Берроуза и писателей Роберта Ши и Роберта Энтона Уилсона. История. Название. Дневник Вудро Вилсона с комментариями, том 2. Автор. Под редакцией Т. К. Л. Конье. Язык современный английский. Глубина обнаружения 1331 метр. Описание. Второй том из многотомного, точное число неизвестно, издания личных дневников президента США Вудро Вилсона. Описывается борьба Вилсона за статус Таиланда как государства, его мнение о 20-й поправке к Конституции США, о придании страждущим статуса граждан и его личные сомнения по поводу присвоенного ему чина пресвитера имперских штатов Америки. Название. Отношения Марса и Земли. Литературный подход. Автор. Шила Макдональд. Кандидат наук. Язык. Современный английский. Глубина обнаружения 1 203 117 метров. Описание. Экскурс в историю отношений Земли и Марса начинается с наблюдения Галилео Галилея марсианского рельефа в 1601 году и реакционных попыток Церкви сначала игнорировать открытие Галилея, а потом лишить его огласки. Затем идет обозрение художественной литературы на марсианскую тему, в частности, трудов Декарта, Вольтера и Марка Твена. Описывается первый контакт в 1890 году, когда Марс успешно посадил спускаемый аппарат на берегу Южной Америки и реакцию мира того времени. Упоминается несравненная борьба за толерантность Рэя Брэдбери и доктора Мартина Лютера Кинга, а также ксенофобские романы Герберта Уэллса и оказавший значительное влияние доклад «Красная угроза» Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. В последних главах приводятся записи первого марсианина, избранного в Палату представителей США в 2007 году, сведения о его убийстве по политическим мотивам и вошедшая в историю надгробная речь президента. Название. Каннибализм и свободный рынок. Автор Сэмюэл Клеменс. Язык испанский. Глубина обнаружения 157 метров. Описание. Запись дебатов кандидатов в президенты США Барри Голдуотера и Эдлая Стивенсона от 1968 года, представленная в виде диалогов в духе Сократа. Основной темой разговора являются издержки и преимущества, которые могут быть получены от внедрения политической программы, изложенной в скромном предложении Джонатана Свифта. Языкознание. Название. Англокитовый разговорник. Автор. Коллектив авторов. Язык английский, дельфинии, предположительно. Глубина обнаружения 191 214 метров.
Описание. Небольшое издание с фразами на английском, наряду с нерасшифрованными символами. Исследование частей, предположительно относящихся к языку семейства китовых, показало, что этот язык должен быть агглютинативным, обладать насыщенной грамматикой и не обладать привычной грамматической структурой. Формулировка английских фраз необычно почтительна, в чем похожа на японский язык времен феодализма, что может указывать на невысокое или подчиненное положение человеческой цивилизации. Название. Радость готовки английского языка. Автор Ирма Садунская. Язык современный английский. Глубина обнаружения 101 метр. Описание. Сборник рецептов, посвященных правильному приготовлению и готовке слов и фраз в различных блюдах. Указаны способы бланширования хрустящих предлогов, рецептов из суффиксов, из которых, согласно книге, можно приготовить занимательное угощение для детей, и прилагательный обед из нескольких блюд на 8 персон. В последней главе обсуждаются исключительно слова для гурманов, такие как негостеприимные, третичные, периферия и так далее. Литературная критика. Название. Важнейшие труды в истории фантастики человечества. Автор Грегори Бушем. Язык. Голландский. Глубина обнаружения 8848 метров. Описание. Энциклопедический анализ того, что автор называет самыми значимыми книгами в истории фантастики. В числе прочих обсуждаются Винни-Пух и все-все-все, Беовульф, тексты песен Джона Леннона, Первая мировая война, Джимми Картер, Атлантида и деятельность Исаака Ньютона. Отдельный раздел книги автор посвятил некоторым истинам, скрытым в великих фантастических произведениях. К таковым откровениям относятся то, что Германия, вопреки общему мнению, не выиграла Вторую мировую войну, что полиомиелит является не дисбалансом гуморов в организме, как это считается сейчас, а заболеванием, и то, что высадка на Луну в 1969 году была на самом деле снята в киностудии, расположенной на Луне. Название «Анунг Ишсквадай. Символизм огня» в поэзии «Бегущие птицы» Сусаав Квай. Автор – доктор «Бегущая птица» Сусаав Квай. Язык – английский Аджибве. Глубина обнаружения – 1242 метра. Описание. Книга начинается с анализа и хвалебных слов в адрес собственных стихов автора. Спустя несколько страниц литературная критика обрывается, дальше идут сотни ни о чем на первый взгляд не связанных иллюстраций. Имеются как наброски артефактов коренных народностей, выполненных в подробностях, так и непонятные графики. В конце книги имеется диаграмма, подписанная Чинаудин Нибувин, «Великий смертоносный ветер». На ней изображен набор точек, похожий на созвездие Ориона. Самая левая звезда в поясе Ориона обведена кругом. Математика. Название. Математические начала 2. Автор Людвиг Витгенштейн. Текст. Сальвадор Дали. Иллюстрации. Язык. Средневековый английский. Примерно 1250-х годов нашей эры. Глубина обнаружения 16 357 метров. Описание. Продолжение трехтомника математических начал Альфреда Нотта Уайтхеда и Бертрана Рассела, опубликованного в начале 20 века, 1200 страниц. Данный труд делает попытку расширить логическую систему оригинала до сюрреалистической математики, в которой арифметика может применяться к различным гетерогенным объектам. На 134 страницах обсуждается предположение, что портновский метр имеет длину не 1 метр, но и его длина не отлична от 1 метра. Название. Анализ n-мерных гипершахмат в рамках теории игр, а также влияние правила взятия на проходе. Автор Поль Спенстон. Язык современный английский. Глубина обнаружения 547 метров. Описание. Обобщенный анализ многомерных шахмат выводится доказательство существования выигрышной стратегии для черных, в которой применяется правило взятия на проходе в случаях, когда число измерений n больше единицы, задано выведенной формулой. К этому относятся и случаи, когда n равно 2, обычные шахматы. Сама выигрышная стратегия в книге не приводится, имеется лишь теоретическое доказательство существования такой стратегии. Философия. Название. De existentia divinum Deus. Автор Эразм Рутлер. Язык латынь эпохи Ренессанса. Глубина обнаружения 809 542 метра. Описание.
Скрупулезно выведенное 2119-страничное доказательство существования Бога, опирающееся на формальную трактовку теории чисел и теории множеств. Допускается истинность гипотезы Риммана и континуум гипотезы. На сегодняшний день обе гипотезы не опровергнуты. На основании существования Бога делаются следующие выводы. Бог должен быть всеведущ. Бог должен являться самой могущественной сущностью. Бог не может действовать против своей воли, а также, что Бог и дьявол являются непересекающимися множествами. Примечание. Математика Фонда не обнаружила каких-либо логических ошибок в изложенных доказательствах. Уважаемые зрители, поскольку монетизация видеороликов отключена, то мы просим вас материально помочь каналу. Это можно сделать либо через Donation Alerts, либо подписавшись на наш Boosty. Все ссылки в описании. Да, и на Boosty мы периодически выкладываем контент для наших подписчиков, которые с других площадок бы просто удалили.